Недельная глава Корах. Ваиках Корах, взял Корах, бен Йицхар, бен Кос, сын Йицхар, сын Кос, бен Леви, ведосом вавиром бней сыновья Элиова, ве он бен Пелес, нейр Увен, он бен Пелес, сыновья Рувена. То есть Датан и Авирам и он бен Пелес были из колена Рувена. А Корах был из колена Леви, как тут написано, и семьи Кеат. Что они сделали? Они сколотили ЦК революции. ЦК партии революции для против Моше и Аарона. Ваякуму встали в Немеша. Веаношими людьми мне и строили сынов Израиля Хамишиму Масоим 250. Уважаемые люди, не просто так. Несия Идо, князья общины, Криеме, те, которые зовут на собрание, Аншишем, люди с именем. Они сколотили Корах, собрал серьезную группу. И что они говорят? Сейчас вы услышим. Ваикуагу собрались о Моше Аарон, на Моше и на Аарона. Ваимралэм, сказали им, Равгохэм, вы взяли себе слишком много. Кихова и докулум гдэши. Потому что вся община, все святые. У высейхом одиной, среди них Бог. У мадуа тиснас у алкал одиной. Почему? Что вы возвышались над общиной Бога. То есть что они говорят? Они говорят о святости народа. И они говорят, что Моше и Аарон возносятся над народом. А. Все святые, все стояли у горы Синай. Интересно, что действительно мешало Кораху? Что? Почему он поднял свой бунт? Гемара нам рассказывает, знаете, что его обидело? И в чем была тут проблема? Проблема у Кораха была в том, что он был очень-очень богатым, особенно. И он был из важной семьи Кеат. И у Кеата самой важной семьи у Леви, о которой происходит и Моше и Аарон тоже, у Кеата было четыре сына. Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл. От Амрама, как мы знаем, Моше и Аарон, ну и Мирьям тоже. От Амрама. А он был сын следующего брата, Ицхар. Он сын следующего брата, Ицхар. И теперь, то, что назначили ему, то, что Моше был главным над еврейским народом, и Бог его выбрал, с этим он соглашался. То, что Бог велел Моше назначить Аарона, что он был коэном, он об этом молчал. Но что его задело? Его задело, что Корах ждал какого-либо назначения. А он ждал, что главным над семьей Кеат назначат его. Назначили Элицафана, сына Узиева, сына самого младшего брата. Было четыре брата: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиев. Это уже Корах не был готов терпеть. Он говорит, я буду спорить против Миши. Как это? Почему он назначил его, а не меня? Тут можно в
Во-первых, мы слышим тут интересные, красивые лозунги. И мне кажется, эти лозунги мы слышим в реальной жизни тоже. Видели и в Советском Союзе, и тут тоже, перед выборами. Слышали, видели лозунги? Слышали? Равенство, справедливость и так далее. Ну, это то, что заявляет Корах. Все равны. А что он действительно хочет? А что лежит под лозунгами? Под лозунгами он хочет занять какое-то положение. Это то, что лежит под лозунгами. Гемара нам рассказывает интересную беседу между Он бен Пелет, который тут упоминается, он же тут упоминается, а затем о нем нет ни слова. Как пропал. Гемара говорит нам, что Он бен Пелет, жена его, как говорят, вывела из игры. Жена ему сказала, послушай он. А что тебе тут входить в эту борьбу, в этот спор? Если что Моше главный, то ты кто? Ты ученик, ты простой смертный, ты никто. Если Моше главный, ты ученик, ты никто. А если Кора главный, ты опять ученик, ты никто. Ты что? Зачем тебе входить в этот спор? Жена Она, который был, как сейчас говорят, из членов бюро партии, он был из центральных там. По-видимому, хорошо знал, о чем идет речь. Это непонятно. Тут говорится, что все равны, все святые. А жена одного из центральных людей в руководстве партии заявляет, что речь идет, кто главный, Мейша главный или Корах. Но она ему говорит о тебе, что ты выиграешь. Зачем тебе в это лезть? Она говорит совсем другое. Ну, это противоречие, правильно? Ответ простой. Есть то, что знают люди в руководстве партии, а есть лозунги, с которыми обращаются широким народным массам. Это совсем другое. В руководстве партии знают, в чем тут вопрос, кто главный, Моше или Корах, и говорят, к делу. А к народным массам обращаются совсем другими лозунгами. То есть Корах был опытным политиком. Он понимал, как обращаться к народу. Рамбан задает еще интересный вопрос. Да нет, то есть Рамбан задает... Тут можно задать два вопроса. Гемара нам рассказывает, что то, что задело Короха, это назначение Элицафана, сына Узиела, главным над семьей Каат. А Корах говорит, как это? Первое назначение – это семье старшего брата, я понимаю. Моше и Аарон, сыновья Амрама. А следующее назначение, главное над семьей, должно быть детям второго брата. Ну, Яцара, значит, наверное, ко мне. Тут можно задать два вопроса. Первый вопрос простой. Ну так если так, Корах должен был обратиться с простым заявлением. Произошло тут грубое нарушение правил, как ведут себя. Должны были назначить главные сынов следующего брата, Яцара, а назначили сына младшего брата. Так не ведут руководство. Это несправедливость. А он вышел совсем другим заявлением. Все святые, все равны. Ну, какой ответ на это?
по-моему, довольно ясный. Корах был опытным политиком, понимал психологию людей. Если он выступит с заявлением, меня обидели, меня не назначили, когда мне это полагалось, они скажут, смотри, твоя проблема, ты разбирайся. Или, может, я прав, или ты прав, но это твоя проблема, а я при чем? Какое это имеет отношение ко мне? А вот когда Корах выступил с лозунгами, что равноправие, справедливость и так далее, то, как говорят, это касается каждого и каждой, это актуально всем. Это зажжет народные массы. Задают еще вопрос. Рамбан задает вопрос. Ведь когда назначили Лицафана? Когда? В главе Бамидбар. В главе Бамидбар это месяц Ияр. А мы сейчас уже после того, как разведчики вернулись, как народ плакал, и как их приговорили, еврейский народ, оставаться 40 лет в пустыне, то это уже как минимум месяц Ав. Что Корах вспомнил сейчас? Это в Ияре. Сиван, Тамуз, Ав, 3 месяца. Что, как говорят, что он спал. Говорят, у медведев есть зимняя спячка. А почему Корах вдруг летом так заснул на 3 месяца и молчал ничего, и вдруг он вспомнил, что произошло? Рамбан отвечает на это очень просто. И это, в принципе, тот же ответ. Корах был опытным политиком. И он понимал, когда народ за ним пойдет, а когда нет. В месяце Ияре весь народ ожидал и готовился к входу в землю Кнаан и занять землю Израиля. И это было под руководством Моше и Аарона. В этот момент Корах понимал, что за ним никто не пойдет. Моше прав, ты прав. Я не хочу рисковать входом в землю и получить свой кусок земли. Не хочу рисковать. А вот сейчас, когда народ приговорен вымереть в пустыне, когда народ сломан и разбит, то народ готов пойти за спором Кораха. Народ разбит. Это страшная вещь. Когда человек разбит, он в отчаянии, он находится в большой духовной опасности. Иди знай, на какие неизвешенные шаги он может пойти. Это опасность. Так поэтому Корах ждал удобного момента, когда он понял, что народ может за ним пойти, и когда сейчас народ разбит и сломан тем, что их оставили на 40 лет в пустыне, тогда он понял свой бунт. Ваишма Мейше, услышал Мейше, ваипел опонов и упал на свое лицо. Ваидабер Окерах сказал, между прочим, это тоже очень любопытно. Кто кого и в чем обвиняет? Корах обвиняет Моше в том, что он возвышается над народом, правильно? Какое, скажите, Корах был готов разрушить весь еврейский народ из-за своей погони за почетом, из-за своего положения. Это кто обвиняет? Кого? Мейше, про которого сказано, что он был самым скромным человеком в мире.
кто кого, и в чем он его обвиняет, что он возвышается над народом в гордости. Это мы видим у Кораха, но не только у Кораха. Это в каждом поколении мы видим подобное. Кто кого в чем обвиняет. Вайдаберо Корохо Велко Адосы, ко всей вообще не Рейма говоря. Бейкер, утром. Раши говорит, что он ему сказал, послушайте, что мы же сейчас в споре. И это в споре человек, он как опьянен. Подождем до утра, переспим, и тогда. Бейкер, вы еда одной. Бог даст знать о Сашеле, который его, Веса Кодыши, который святой, выигрывает, он его приблизит к себе. Веса Шаивха Бей, кого он выберет его, я Кривейлов, он приблизит к нему. Вообще-то тут было два спора. Из колена Рувена хотели быть левитами. Они не были левитами, не имели на это права. А Корах, который уже был леви, он хотел быть коином. Так поэтому тут два выражения. Которые его, это левиты, а и святой, святой это коин. За Исасу это делайте. Хохэм махтейс. Берите вам совки, кирах вехова досы, кирах и вся его община. Тут снова инэш, положите в них огонь, весима рэнкто ктэрэс, положите на них кторэт, пахучие составы, лифны одиной перед Богом махар завтра, вое будет у иша шеивхар одиной, человек, который Бог выберет, о, кодыш он святой. Знаете что, принесите все воскурения кторэт, и кого Бог выберет, он святой. Тут есть и намек, что живым останется один. Равго хэм ны гэви. Много вам на рыбе. Слишком большое вы взяли себе спорить на мыши. Интересно, почему Моше им предложил именно воскурение? С одной стороны, воскурение – это очень важная служба. Приводится даже, что воскурение, кто это делал, делал того коина, который в этом служил, делал богатым. И это важная служба. С другой стороны, с воскурением произошла страшная история. Когда в день обновления Мишкана Надав и Авиу самовольно принесли воскурение, и они погибли. То есть он им пока дал намек, что это и опасно тоже. Моима Мейша Окера, сказал Мейша Кораху, Шима Добный Леви, послушайте-ка, сыновья Леви. Что вы думаете, вы недостаточно приближены к святости? Это не так? А Матмике, мало ли вам, Киевдо, что выделил Рей Исраил, Бог Израиля, Эсхем вас, Миадас Исраил, от общины Израиля, Рехакрив Эсхем Эйров, приблизить вас к нему. Лавит служить. Это вейда службу Мишкана Дино и Мишкане Бога. Врамейт лифнио идо, встать перед общиной, лошорцем обслуживать. Левиты делают службу, которую другие евреи не могут делать. Ваякрей вейсхо приблизил тебя, вескоахехобней леви итох, и всех твоих братьев сыновей леви с тобой. Увикаштем гам кауно, вы хотите кауна тоже? Служить как куаним? Что вам недостаточно той святости, которой вы уже служите Богу, как левиты? Рохэм, поэтому, а то ты вехо адосхо, и вся твоя община, а на йоды маладиной, они собрались на Бога, шесть на Бога. Послушайте, то, что выбрали Аарона, я сказал, что барон служил, это не мой выбор. Это Бог выбрал. И Бог мне указал, чтобы я ему велел, чтобы он служил. Так вы собрались против Бога. Аарон Мау, Аарон что он? Кисалину Оов, что вы видите споры на него. Аарон не сам себя выбрал, это Бог его выбрал.
Ваишхах Мейша. Интересно, в каждом споре очень важно найти путь, его урегулировать. Даже когда спор начался. Так Ваишхах Мейша, послал Мейша, ликрит звать, Водосного Авиром бне Элиов, Датана и Авирама, сыновья Элиова. Он хотел с ними поговорить, успокоить и урегулировать спор. Наши мудрецы говорят, имахзиким бамахокет. Спор не оставляет, чтобы он шел дальше. Надо его стараться урегулировать. Так он позвал Датана и Авирама, чтобы с ними поговорить и успокоить. Ваемру, они сказали, его надо, мы не поднимемся. Амеат, мало ли кеэлисону ты нас вывел, мера за вас холов удваш, из земли, которая течет молоком и медом, гамисейну бамидбар, умертвить нас в пустыне. И, видите, они называют Египет земля, текущая молоком и медом. Бог к славе Моше говорит, я вас приведу в землю, текущую молоком и медом, в землю Израиля. Они называют земля, текущая молоком и медом, Египет. Так вы у нас из Египта, Рамисейну бомбит, Бог умертвит нас в пустыне. Кисты сторы, рога ину, гам истории. И ты также хочешь властвовать над нами. Афры также не гарат за вас хоробу два шаве и сону. Ты нас не привел в землю, текущую молоком и медом. Ты же нас привел в пустыне, мы должны умереть в пустыне. Батита лону нахарасо дева хорем. И ты не дал нам наследство поля виноградника. А ине аноши моэм тенакер. Глаза этих людей ты выколешь. Есть комментаторы, говорят так, что у нас выколоты глаза, мы не видим правду. Гейнары, мы не поднимемся. Видите, они отказались прийти к Моше. Ваихар Мейша Мейт, Мейша стал очень досадно, Ваеймер Аладино, и сказал Богу, а у Тейфену Мюхосом, не поворачиваясь к их подарку, Рейхамер Эхот Меем Насоси, ни одного осла от них я не брал, Мирея Рейси, я не делал плохо, а Сахад Меем, ни одного из них. То есть, Моше говорит так, когда я шел в пуст, в Египет, чтобы вывести евреев из Египта, на каком осле я ехал? На моем личном. Я не брал от общества. Я никого ничего не брал. Ваеймер Мейше Окерах, сказал Мейше Кораху, а то выхова досха, ты и вся твоя община, эйюлифны одиной, будьте перед Богом. А то воэйм, ты и они, вы Арон и Арон Махазавта. То есть ты, Корах, и они, кто они? 250 человек. Они тоже хотели быть коэнами. И Арон завтра. Так было 252 претендента на куна. У Куиш Махтоса, что каждый взял, великий человек, свой совок, он затем Маленкторат, положите на них воскурение. Вы и крафтом приблизите рифне одиной перед Богом Ишмахтосы, каждый свой совок, хамишему маса и махты, 250 совков, веатове арейна, ты и Арон, Ишмахтосы, каждый свой совок. Ваикху взяли Ишмахтосы, каждый свой, то есть, ваикху взяли Ишмахтосы, каждый человек свой совок, ваит на ареем меч, положили на них огонь, ваясим ареем ктейрас, положили на них состав воскурения, воямду стали Песах и Омейт, входа и Омейт, Умеше Барон и Моше Арон. А Корах всю эту ночь не дремал. Ваякео Арем Корах Эскоро Идо. Собрал на них Корах всю общину. О Песах и Омейт, входа и Омейт. Он ходил по всем коленам и говорил, что вы думаете? Я за себя борюсь? Нет, я борюсь за все общество. Одна маленькая группа
узурпировала всю власть для себя. А я забочусь обо всем обществе. Есть интересный мидраш. Мидраш рассказывает, что, что Корах говорил так. Скажите, в тети должна быть одна голубая нитка тхилет. А что будет, если вся одежда, она вся из голубой тхилет? Нужна голубая нитка? Моше говорит, конечно, нужна. Спрашивает, что это? Это же смешно. Одна нитка на всю одежду помогает. Там несколько ниток. А вся одежда из голубой нитки не помогает. Дом, в доме, в еврейском доме должна быть мезуза. А как будет, если в доме есть много свитков Торы? Должна быть мезуза или нет? Он говорит, должна. Что такое? Две маленькие главы. Что такое мезуза? Две главки из Торы. А достаточно. А у входа в дом. А когда весь дом полон свитками Торы, это нужно? Что тут Корах говорил этими сравнениями? Мара уже говорит об этом. Он говорит так, что если бы евреи были бы простым народом, понятно, что должны быть великие люди, через которых, через Моше, чтобы передавали Тору, через Аарона, чтобы была служба в храме. Но евреи же особый святой народ, они все святые. Должна Тора должна идти через Моше, она не может идти прямо каждому еврею. Служба в храме должна быть только через Аарона, она не может идти прямо. Это сравнение. Если простая одежда, нужна голубая нитка тхилет. Когда вся одежда из голубой нитки, вся одежда особая, нужна нитка, особая тхилет. Дом нуждается в мезузе. А дом, в котором есть полон свитками Торы, тоже нуждается в мезузе. Что это такое? То есть евреи были простые, простым народом. Ну, нужно. Тора через Моше, служение в Мишкане через Аарона. А когда евреи, весь святой народ, это нужно? Ответ Моше был, что это нужно, потому что есть путь через кого, чтобы шла Тора, и через кого, чтобы было служение в храме. Интересно. Нам Гемара нам рассказывает, что интересно, что в этом споре центральную, очень важную центральную роль играли женщины. Нам Гемара рассказывает так, что жена Омбен Пелета, она его спасла. Как? Она сказала ему, послушай, а какая тебе разница? Если это будет главным, ты простой человек. А если Корах главным, опять простой человек. Что тебе это? Он ей говорит, смотри, а что я буду делать? Мы уже договорились, и мы уже обещали, и мы поклялись вместе. Она сказала ему, знаешь что, не беспокойся. Весь народ святой, я тебя спасу. Дала ему стаканчик вина. Может быть, после одного стакана второй, а может быть и третий, пока он уснул. А она встала внутри дома, сняла платок и теперь, как сказать, был решительный момент, когда звали, чтобы все пришли, все, которые были в руководстве этого восстания, так
постучались, не открыли сразу, открыли дверь, увидели женщину с открытыми волосами, убежали. И пока, как дальше рассказано в главе, они, их проглотила земля, а он проспал решающий момент восстания, проспал. А жена Короха наоборот. То есть жена Омбемпелоса его спасла. А жена Короха наоборот его подзадоривала восставать. Она ему говорила, посмотри, что делает Моше. Сам он царь, брат главный Коэн. А сыновья брата, они заместители Коэна. Если трума Коэну, десятина, то вы берете. Говорят, все-таки десятую часть надо дать Коэну. И вы знаете, когда посвятили левитов стать левитами, так они должны были полностью побриться. И так представьте себе, Корах пришел домой. Он был весь... я понимаю, что у Короха была красивая, уважаемая борода. А тут он пришел домой без бороды, без волос головы. Жена его еле узнала. Кто тебе это сделал, Моше? И ты позволяешь, чтобы делали из тебя как тряпку? Он говорит, да, но он же тоже побрился. Он говорит, ну, чтобы вас побрить, он готов и сам тоже побриться. Так Гемара говорит на это, что есть пасук Мишны. Хахмат нашим банта бейта. Мудрая женщина спасла свой дом. Это жена Омбемпелота. Выявилась глупая Баядео Тарсено. Своими руками ломает. Это жена Короха. Задают вопрос, в чем была такая мудрость у жены Омбемпелета, что-то такого мудрого. Но по-простому, в момент, когда люди разгорячены спором против Моше и так далее, ведь она говорила очень простые вещи. Мудрость в том, чтобы в момент, когда люди разгорячены спором, сказать простые и верные слова, что лезть в спор – это очень опасно и нельзя. А может быть даже, что она нашла форму, как это сказать мужу. Знаете, когда кому-то говорят, ты же не прав, нельзя так делать, ты должен делать по-другому. Большой процент людей, у них закрываются уши, и они совершенно не готовы слушать. Она говорила как бы со стороны. Она никого не обвиняет, никого не агитирует. Она просто задает такой простодушный вопрос. Скажи мне, а что ты выиграешь от всей этой истории? Задает простой вопрос, я не отношусь ни туда, ни сюда. Я просто спрашиваю, что ты от этого выиграешь? И так она спасла своего мужа. Откуда это видно из Торы, из самой Торы? Видно, знаете, в чем? В начале главы он упоминается первым из главных инициаторов этого бунта. А потом о нем ни слова. Корах упоминается потом. Датан и Авирам упоминаются. А у Мемпелес отсутствует. Вайдабе один омешевара, рынный мир. Говорил Бог Моше Аарону, говоря, ибо думи тихо иду азист.
отделитесь от этой общины, изнутри этой общины. Бахалей сом корога, я их уничтожу моментально. Страшная вещь, что такое спор. Ваипуаупнеем пали на лица, ваим рассказали, эй, у Бог, эй, у Руха, из Бог Духа, Бахов Босса, каждое тело, ой, шахт, яхто. Один человек согрешит вокруг Аида Тихцеев, и на всю общину ты будешь сердиться. Один человек согрешит, а ты будешь сердиться на всю общину. А. То есть так, если это был бы человек, который не... Он говорит, ты же Бог духов, значит, Бог мыслей. Бог знает, что каждый думает. Бог знает, кто что думает и кто насколько виноват. Так не суди всех в равной мере. Человек, который не знает, что другой думает, так он из-за сомнения может пойти наказывать всех. Бог же знает, что какие мысли каждого. Так ты не наказывай всех по одной мерке. Это действительно то, что Бог собирался делать. Так Бог ему и сказал, это я имею в виду, я накажу именно виноватых, а не всех в равной мере. Майдабе одиной умешал, и мэр Бог говорил, к Моше говоря. Даберо и другой к общине, и мэр говоря. И ору, отдалитесь, мисавиву мешкан керах, из вокруг расположение Кораха, то есть их домов Кораха, да там Вавилон. Отдалитесь от их, от их проживания. И все-таки Вайоком Меша, встал Меша, Ваилах пошел Радосом Вавилон, он их звал к себе, они не пришли. Он решил пойти к ним. Может быть, он сможет их успокоить и тогда снять этот спор. Ваеху Ахров зихне Исраил. Пошли за ним старейшины Израиля. Но они не хотели с ним говорить. Мадабера Ваидо Рима, сказал к общине, говоря, Суруно, отдалитесь, пожалуйста. Мяу Ваурия Аноши Морошо и Маиле. От палаток вот этих людей-негодяев. Ваутигу Бахуа Шалохем. Не дотрагивайтесь до всего, что у них. Пендисофу Бахуа Хатейсом. Как вы не были наказаны за все их грехи. Ваяру, и они убрали смеау из от мешкан кира, расположение Кораха до самого Авирам, мисови вокруг, до самого Авиров, а до самого Авиров йоцу ницовим, стали стоя, значит стоя, стали стоя и ругались. Песах олеем, входы их палатки, у нашеем их жены, у внеем и дети, бетапом и маленькие дети. Страшная вещь. Страшная вещь. Сейчас мы увидим, что произойдет. Во имя Миша, сказал Миша, без истидон, этим будете знать, кеадиной шлохани, что Бог меня послал раз и делать, и скоро Масимаира, все эти действия. Киломи либе, это не от моего сердца. То, что я назначил Аарона Коэном, и то, что я назначил Элицафана главным над Кеат, это не мое сердце, это приказ Бога. Теперь Моше говорит так. Инге мейского родом ему сунэйле. Если как умрут все люди, умрут эти, то есть будут на постели, и эти 250 человек умрут своей смертью. Уф куда сколо родом? И то, что вспомнит каждого человека эпохи Далэм, будет вспомнено на них. Гы одиной шлохони, не Бог меня послал. Это я сам это сделал, и Корах, то, что он спорит на меня, он прав. Вы им прио евро одиной. А если Бог создал что-то новое, прио это творение, то, чего не было. У фоцу адома спио, земля раскроет свою пасть. У вова исом, проглотит их, веско шалаем, и все, что у них. В Йорду Хаим они спустятся живьем Шейла в могилу. И так, то есть они не умрут обычной смертью. Земля раскроет свою пасть и проглотит их.
Вейдатам, тогда будете знать, кине отцу, что сердили, а ночью мои эти люди сад иной Бога. Интересно, что Моше сказал, это сказать, испытание. Если они умрут обычной смертью, то не Бог меня послал. А если будет особая смерть, что? Земля раскроет свою пасть и проглотит их, тогда будете знать, что эти люди сердили Бога. Ваи было кахалеси, он закончил дабер говорить о скоро дворе моих, все эти слова. Ватибока у Адома Ашатахтеем. Развернула земля, которая под ними. Ватив того ораца спио. Земля раскрыла свою пасть. Ватив Раисом проглотила их, возботеем их дома. Вейскоро Адома Ашалакерах и всех людей, которые у Кораха. Вейскоро Рухуш и все имущество. Страшная вещь. Всех людей, которые у Кораха. Вы помните, что мы читали только что, что там были, да там и Авирам стояли, их дети и маленькие дети. То есть они тоже, маленькие дети тоже были проглочены землей. Это страшная вещь. Медраж говорит так, какая страшная вещь спор. Насколько это страшно. Земной суд не наказывает человека, мальчика, до 13 лет. Небесный суд не наказывает до 20 лет. А тут из-за спора погибли даже грудные дети. Страшная вещь. Я видел, Маарал объясняет это так. Идти наказывать, это надо... идти и привести на кого-то наказание. В споре самом лежит уже наказание. В споре самом лежит уничтожение тех, кто этим занимается. Интересно, тут упоминаются все люди, которые у Кораха погибли, и все имущество. А почему имущество? Имущество должно было войти в землю, потому что имущество был главной причиной спора. Был бы Корах бедным, как сейчас говорят, имел бы машканту и искал бы деньги на дни, каждый день расходы, он бы не пошел спорить против Моше. А раз он был богатым, и не просто богатым, супербогатым, он считал, что ему полагается какой-то пост. То есть имущество было причиной этого спора. Такое имущество должно войти в землю. Есть интересный мидраш. Было два очень богатых человека. И оба погибли, один еврей, другой не еврей. Оба погибли из-за богатства. Еврей – это Корах. Из-за богатства он погиб. Бог его наказал. Наказал богатство. Из-за богатства он пошел спорить за назначение и пошел спорить против Моше. И погиб. Не еврей, очень богатый, это был Аман. Аман, представьте себе, вы идете по улице и кого-то встречаете, и он с вами не здоровается. Вы можете дальше идти спокойно? Можно это пережить. Аман, все ему кланяются по приказу короля Ахашвейроша. Есть один еврей, Мордхай, который не кланяется. Он это пережить не мог. И поэтому он задумал уничтожение всех евреев. И в конце концов, к чему это привело? Он сам был повешен. Это то, что в Кохелет написано, что мы встречаем Ошер Шамурли Барабри Рато. Богатство для человека ему на беду, на беду. Ваирду спустились им Хорошороем, они, все, кто у них хаим живьем Шейро, могилу,
Ватхасавеморас, покрыл их земля, воевду, они пропали, митехакол изнутри общества. Выхол Исруэла, весь еврейский народ, ашасвивейсеем, который вокруг них, носу выкину, убегали от их голоса, киамру, потому что они сказали, пентивлайну орец, как бы нас не проглотила земля. И те, которые были вокруг них, убегали. Вейш йоцо мейс адинуй. А вышел огонь от Бога, ватыхо сжег, эйса хамишим у маса и миш, 250 человек, макривиак Торы, которые принесли к Торы. Там же были, кто приносил к Торы, как вы помните, 250 человек, и Аарон, и Корах. Так 250 человек были сужены теперь. Ну а что произошло с Корахом? А? Что с ним произошло? Были Датан и Авирам и семья Кораха были проглочены в земле. 250 человек сгорели в огне, те, которые приносили к Тору. А что произошло с самим Корахом? А? Гемара обсуждает, что было с ним. Он вошел в землю, или огонь его сжег, а? Гемара обсуждает. Гемара говорит, что по справедливости, раз он привел людей к тому, что они сгорели, ему полагается, что он тоже сгорел. С другой стороны, из-за него люди вошли в землю, полагается ему тоже быть проглоченным в земле. А? Что это такое? Они из-за Кораха вошли в землю, а Корах сам не войдет. Это несправедливо. С другой стороны, из-за него люди сгорели, а он не сгорит. Опять несправедливо. Есть мнение, что у него было и то, и то. Раньше он сгорел, когда он принес воскурение, а потом земля его сгибалась под ним, пока он вошел в землю. Интересно. Интересно, наши мудрецы замечают, как это Корах пошел на такой риск, и он был умным человеком. Как это он пошел на такой риск, идти приносить воскурение, когда Моше предупреждал, что кто принесет, кого Бог выберет, он святой. То есть один останется, а другие погибнут. Как же он шел на этот риск? Он ведь был умным человеком. А? Приводится интересно, что он видел, что из него выйдет великая цепочка. И то, что он видел, это было верно. Вы знаете, кто из него вышел? Великий пророк Шмуэл, которого в Тегилим сравнивают с Моше и Аароном вместе. Пророк Шмуэл. Пророк Шмуэл вышел от него, которого сравнивают с Моше и Аароном вместе. Так он говорил про себя, что это значит. Раз из меня выйдет такая цепочка, значит, наверное, я останусь. И вообще у него была такая логика. Раз из меня выйдет такая великая цепочка, то мне полагается назначение. Между прочим, это знание могло его вести и быть спокойным, спокойно жить. Ну, меня не назначили. Ничего страшного. Зато
я знаю, что из меня выйдет золотая цепочка, выйдут великие люди, выйдет Шмуэль, который приравнивает с Моше и Аароном вместе, выйдут многие левиты, которые будут петь. Ну, и меня самого не заметили. Ну, но из меня же выйдут великие люди. Так интересно, а что так и было? Ведь Корах проглотила земля, Корах погиб. А как же из него вышел пророк Шмуэль? Пока Моше ходил и старался говорить, и старался сделать мир, пока сыновья Кораха начали думать, а кто так и прав? Моше, и наш папа или Моше? Кто прав? И они обратили внимание. Значит, во-первых, когда Моше вошел, они подумали, вставать или нет. Подумали, по правилам надо встать, а наш учитель встали. Потом они обратили внимание, что Моше говорит, а Корах не отвечает. Знаете почему? Корах понимал, что если он ответит Моше, Моше ему ответит, и потом ему не будет что ответить. Поэтому он выбрал молчать. Так сыновья Кораха последний момент перед тем, как земля раскрыла свою пасть, они сделали чуву, и это их спасло. Гемара выражается про них. Маком не сбацала эмбегеном. То есть земля раскрыла свою пасть, но у них там внутри, куда они вошли, у них было тепленькое местечко там, и потом они оттуда вышли. И так они спаслись. Удивительная вещь. Вы видите, человек может сделать чуву в последний момент. И они успели. Давайте поймем, постараемся понять. А почему так и Бог не выбрал Кораха? Мы же говорили, что он был очень достойным. Приводится, что он был из тех, которому доверяли нести Арон, ковчег. Почему же Бог его не выбрал быть главным над семьей Кеан? Почему? Достойный человек, а? Почему Бог так его не выбрал? У Кораха было много достоинств. Умный, понимающий, богатый и еще достоинства. Но у него был один недостаток. Он очень хотел положения, хотел поста. Это как раз... И это было причиной, почему Бог его не назначил. Это была причина. Человек, который из-за того, что его не назначили, готов сделать спор против Моше, своего учителя, своего еврейского народа, такой человек не достоин занимать пост. Даже по простой причине, что человек, у которого пост является неправильным, то его все руководство на посту, что будет? Как сохранить пост, как занять положение и так далее, и так далее. А мысли человека должны быть, как надо вести себя по справедливости. И именно из-за того, что он гнался за положением, Корах был недостоин этого. Так у него было много достоинств. Один недостаток. Он гнался за этим положением. Про Моше мы знаем как раз наоборот. Когда Бог показался Моше в маленьком кустарнике сне, Моше не хотел идти. А почему Моше не хотел идти?
он не хотел занять положение Аарона, который был старшим братом, и он был представителем, посланником Бога к еврейскому народу. Он не хотел занять место своего старшего брата. Моше отдалялся от назначения. И Бог его 7 дней уговаривал, пока он пошел. То же самое и Аарон. Написано, когда Моше сказал Моше к Аарону: приблизься к Мизбеаху. Что ты стыдишься? Для этого Бог тебя выбрал. Атари и Акадош говорят интересный комментарий. Что ты стыдишься? Поэтому ты был выбран, потому что ты стыдишься и не ищешь своего положения, что ты будешь служить. Именно потому, что ты стыдишься и не ищешь. Интересно, про Моше написано, про Моше Рабейну написано одно достоинство. Скромный и всех людей, которые на земле. И именно поэтому Бог его выбрал. А у Короха было противоположное. Было много достоинств. Был недостаток. Что он очень-очень-очень хотел назначения. И именно поэтому Бог его не выбрал. Вообще-то наша глава говорит, рассказывает о споре Короха против Моше. Это мы видим из нашей главы, что спор, особенно спор против больших людей Торы, как Моше, это очень опасно. И это в Торе мы видим, что от споров надо отдаляться, что бы то ни было, стараться, чтобы быть мир. И особенно спора против больших людей Торы надо убегать, как от огня. Это очень опасно. И на этом мы всегда заканчиваем урок.